Два тайма чемпион страны имел ощутимое преимущество. И все 90 минут «Спартак» наступал. Но в отсутствие травмированных лидеров команды москвичи забивают с большим трудом. А по воротам хорошо игравшего голкипера Растельмаша Савченко били буквально все. И в том числе защитники. Давайте посмотрим фрагмент этого матча. Посмотрим, как «Спартак» наступал. Штрафные, угловые. Вся игра идет на половине поля гостей. Гурлукович, Евсеев, особенно Хлестов в первом тайме, подключались к атакам и били по воротам. Ну и активны были Титов, Бузникин, Бахарев. Это вот Титов не смог переиграть вратаря. Бахарев. Почти до штанги дошел, но мяч опять в ворота не попадает. Забивать «Спартак» стал лишь после того, как за 30 минут до конца встречи впервые в этом сезоне вышел на поле Андрей Тихонов. Конечно, он пока еще не в лучшей форме, но остроты в действии команды Тихонов прибавил. И комбинации москвичей стали более осмысленными. Евсеев. Бузникин. И здесь арбитр назначает пенальти. Мацегура сыграл не лучшим образом. Пенальти выполняет Андрей Тихонов. Мяч попадает в стойку ворот, но проворнее, расторопнее других оказался Гурлукович. Он головой переправил мяч в сетку. 1-0. «Спартак» продолжает атаковать. Смотрите, какие хорошие комбинации с выходом Тихонова стали получаться у «Спартака». Бузникин, Тихонов, Оленичев. И на последней минуте вышедший на замену Коновалов доводит счет до 2-0. Победа «Спартака».